что вы здесь делаете сегодня? Ну, не знаю, просто какой-то общий интерес. Захотелось посмотреть на людей вокруг вообще. Работать надо, понимать надо, и детей воспитывать, а не сюда вытаскивать. Это обидно. Вам жалко детей, да? Очень, очень. И что такое? Вот смотрю, дети стоят. А что такое вообще? Которые они вышли, они не жили при Советском Союзе, они не знают, что такое отечество, они не знают, что такое родина и как ее надо защищать. Они вообще не понимают, что в стране происходит, понимаете? Поэтому вот они вышли, их накачали сюда, и они вышли сюда и кричат, митингуют против власти, причем вышли на незаконный митинг. Этого делать ни в коем случае земля нельзя, незаконными методами ничего не сделаешь. Поэтому вот этим детям, если сейчас, к примеру, сказать, пойдем родину защищать, он не пойдет ее защищать, он скажет, это мне невыгодно. А зачем я пойду защищать? Меня там убить могут. Не пойду я защищать, понимаете? Какие дать наставления родителям и им тоже? Разобраться в ситуации, почему так происходит.